Это Бузова, это Светлана. Вот мы и встретились. Я должна сразу признаться, что «Дом-2» я не смотрела. Ребята, у меня нет никаких проблем. Человек меня оставил, выкинул на улицу после операции, когда я не могла ходить. Почему не дают деньги Бузову? Да дура она, да? Да дура я. Сейчас полнейший эксклюзив. Бузова сделает такое. А я вообще не знаю Бузову. А это о чем делает? Бузову можно не слушать, Бузову можно не видеть. Хотя нет, невозможно. Это Сергей Мамушкин. Сергей? Серьезно? Каждая женщина должна быть счастливой. Когда я буду? Вау! Оля, знаешь, я долго шла к тебе. Вот наша встреча. Так и состоялась. Вы не понимаете, вы не понимаете. Я с этой девушкой пыталась познакомиться много-много лет. Я тоже. А она стеснялась. Я стеснялась. Я стеснялась. Но я не люблю нарушать личное пространство людей. Она приятная. Так, а почему мы здесь с тобой знакомимся? Подожди. Ну, это пилон. Это я понимаю. Это Бузова. Это Бузова. Это Светлана. Вот мы и встретились. Ну, это реально чудная история, согласись. Мы с Олей... Расскажите. Давай. Так, или мы вместе на «вы», но у нас все на «ты». Так, но это ваша программа? Да. Значит, так, я живу по вашим правилам. У нас программа. А потом мы можем... Ну и что ты? Почему ты на меня подошла? А потому что... Почему? А потому что ты вот так смотрела на меня, знаешь, как будто бы ты очень высокомерный. У меня зрение плохое, это так кажется. Это так кажется. Не, ну вот если совсем честно, то у меня была странная история с тобой. Я должна в начале нашей программы рассказать, да. Вначале, когда мы с тобой встречались, я даже Сергею, свой муж, говорила, что я не всегда тебя могла узнать, потому что часто меняла образы. И мне то блондинка, то брюнетка. И мне говорят, это Бузова. Я думаю, блин, опять не узнала. Она же была блондинка. В общем, я тупила конкретно. Ой, нормально. Да, я тебя понимаю. Тупила конкретно, это знакомая такая ситуация. Потом следующая история. Мы с тобой начали встречаться при каких-то, ну, очень странных обстоятельствах. На каких-то премьерах, На показах. Да. Да. Мы с тобой пересекались. А дальше знаешь, что произошло, Оль? Когда ты уже неоднократно встречаешься, как будто бы уже пятый раз не здороваешься, думаешь, ну, наверное, это вот такие правила игры с этой девушкой. Я стала так думать, ну, ладно. А мы с тобой однажды сидели вообще на каком-то показе, который делала Яна Рудковская. Вот напротив ты сидела, думаю, так, я должна... А я вообще очень приветливый человек. Я вообще. А как это возможно? Это мое второе имя – приветливость. Так и мое. Понимаешь, мы тезки. Я вообще не понимаю, почему только сейчас познакомились. Ну, знаешь, наверное, всему свое время. И я безумно рада, что мы сегодня именно с тобой делаем программы. Оля, у меня в 90 случаях я всегда делала программы своими, ну, как минимум, хорошими знакомыми. У меня опыта такого вот, когда совсем человека, я не знаю, как тебя, я знаю по твоему творчеству, по твоим проектам. Ну, лично Олю Бузову я не знаю. Так было только у нас с Женей Чичваркиным, и была одна из самых успешных программ. То есть мы с ним тоже не были знакомы. Мы с тобой будем знакомиться во время программы, и я тебе скажу честно. Ну, вы готовы влюбиться в меня? Очарованы? Я-то не чувствую, что я... А я не могу по-другому. Люди, которые действительно вот меня узнают, ну, мои люди, реально мои люди, потому что бывает, что вайб не подходит. И вроде ты думаешь, ну, и человек вроде неплохой, ну, не подходит. И я совершенно спокойно отношусь в той ситуации, если меня, например, человек, какая-то публичная личность не воспринимает. Но в моем случае как раз-таки наоборот. Я знакомлюсь в последнее время с такими удивительными, потрясающими людьми, там, писателями, режиссерами, которые сначала вот так вот, да? Ну да. Ну, понимаете, да, особенно если ко мне приезжают на тренировку. Пилона? Блин, я так не умею, но ты мне дашь мастер-класс. Я сейчас дам мастер-класс. А ну, когда меня узнают, действительно, как Олю, не как человека, который из ракушки вылезает на дорожке, хотя это тоже Оля, это мой образ, часть моей жизни, они в меня влюбляются, потом меня не отпускают. На самом деле, ты вообще другая, чем твоя картинка. Я на тебя давно в Инстаграме подписана, не так четко слежу именно за, может быть, вот такой творчеством твоим. Ты же очень много транслируешь того, что с тобой происходит. Ты вообще, как бы, твоя история... Как сериал. Как сериал, да. Да, извините, я сейчас поэтому сравню с семейством Ким Кардашьян, у тебя такое реалити-шоу. Свое причем уже. Да, ну, конечно, не Ким Кардашьян, твое шоу. Ты такой феномен в этом смысле. Я когда иду
не брать интервью, я не беру интервью. У нас разговор. Ты мне также можешь задавать вопросы, и мне будет очень комфортно и приятно. Во-первых, хочу сказать, что... Почему такая худая? Ты просто меня мало знаешь, я много ем. Я много ем. Во-первых, я в костюме моего друга Леси Неба. Она потрясающий дизайнер. Лесь, извини, это не рекламная пауза. Я обожаю ее костюмы. И они, вот видишь, как... как бы они еще немножко оверсайз, и за счет этого, даже если это немного больше немного веса, больше, то сразу... Это хорошая такая история, хорошие нычки, хороший совет, лайфхак. Да. Когда ты поправляешься, бери большие оверсайз костюмы, которые сейчас в тренде. Вообще. И вроде как бы все тут висит. Но Оля сейчас говорит, я поправилась, и как бы немножко... Не... А мне так нравится, мне как Сереж. Осмотр. Это идеальное тело, пуп какая красивая. Хм. Идеально. Выбирать себя – это заниматься любимым делом, отдыхать, когда устал и начинает сниться море, проводить время с близкими, меньше соцсетей, больше спорта, заботиться о красоте и выделять время на уход. Когда я что-то советую из бьюти-средств, можете не сомневаться, это работает. Посмотрите, сколько у меня баночек. Я постоянно тестирую новинки, а что-то со мной уже не один год. Например, щеточка Luna 3 от Pharrell. Luna 3 – это два в одном. Щеточка для глубокого очищения и лимфодренажного массажа лица. Стоит один раз попробовать, и вы поймете, что руками так не умоешься. Так, это как? Быстро, эффективно и приятно. Ваша кожа будет чистая, упругая, а в режиме массажа со временем уйдут заломы и морщины. Беру молочко и начинаем умываться. Но мне недостаточно просто прекрасного молочка. А вот Luna 3 от Pharrell поможет сделать это умывание более тщательным и глубоким. Смотрите, вот. Ой, как приятно. После такого тщательного глубокого очищения любой ваш уход будет работать в разы лучше. Кстати, обратной стороной щеточки можно сделать потрясающий лимфодренажный массаж. Посмотрите. Ну что, кожа чистая, упругая и овал лица наконец-то подтянуты. Я всегда говорю, что девайсы от Pharrell – это инвестиция в красоту и молодость кожи. Выбирайте себя и то, что точно работает. Я даже сначала посмотрю, к чему мне готовиться. Так, что вообще здесь происходит? Почему мы встретились с тобой именно здесь? Я живу по графику. Вторник и четверг я занимаюсь на пилонах. Mm-hmm. Как вообще господин пилон появился в моей жизни? У меня скоро шоу 4 июня в Крокусе, на которое я уже, получается, на которое ты уже идешь. Да, иду. И у нас есть один номер, но это уже не секрет. Обычно я все закадровую работу оставляю за кадром, угу, чтобы удивить. В общем, один из номеров будет с пилонами. Угу. Соответственно, поскольку я вообще, от слова вообще, никогда этим не занималась, но мне казалось, что это пилон, что я не смогу встать, залезть и полететь, на самом деле это очень сложно. То есть безумная физическая нагрузка. Ну, там все-таки должна быть серьезная физическая подготовка, потому что мы, пока ты там собиралась, я с девочками познакомилась, они говорят: Светлана, приходите к нам, мы вас... Ходите. Да, но ты понимаешь, в чем дело? Мне для этого надо подготовиться. Вспомни свое первое занятие. Если руки не готовы, готова. Да. Сережа, возвращаемся в большой спорт, а дальше ты меня встречаешь уже на пилоне. А это... Это Сергей, мой муж. Сергей? Серьезно? Ты вышла замуж? Да, вышла замуж. Поздравляю. Ну и как тебе? Ну ты знаешь, весело. Ну и как тебе? Весело? Весело. Ой, я очень рада, что счастлива по-женски. Я тоже замуж хочу. Вот. Вот. Монолог, давай монолог. Реально. А хочешь прикол? А я не хотела. А я тоже не хотела. Так я тоже не хотела. Да. А вот сейчас захотела. Эмоционально. Я не то, что не хотела. Я была уверена, что этого вообще это никогда. После моего развода. Когда ты разошлась. Вот 6 лет назад с бывшим. 6 лет уже? Прошло, да. Господи. Поэтому я очень рада, что ты... Да, вышла замуж, да, вот за Сергея Александровича. Я бы тоже вышла. Я сначала была в отказе жестком. Все, никакого замужества никогда нет. Я
там, вот это все, я там была, да, спасибо большое. Я тоже, да, то же самое, да, было. Я когда развелась, я подумала, что... Нет, я не была против отношений. Нет, я тоже не была против отношений. Но я подумала, что брак – это такая вещь, знаешь, хорошим делом браком не назовут. И думала, и не обязательно. То есть вы встретишь человека, можно... Да, зачем жениться? Ведь это не в этом счастье. А вы выясняете, что это тоже интересно. Это интересно. Поэтому, ну не то, чтобы я прям хочу, что как получится. Если ей будет любовь, то почему бы и нет? Да, это круто. Мама мне, когда я выходила замуж, сказала такой тост, и сначала на нее очень сильно обиделась, а потом поняла всю глубину ее слов. Она сказала: любите, живите вместе. Разлюбили, разводитесь. Да, это правда, так и чтобы это. Дать возможность и себе, и своему партнеру, да, быть счастливым. Поэтому каждая женщина должна быть счастлива. Когда я буду? Когда? Когда у меня эта любовь? Вот та самая, та самая любовь. Такая-то... Первый раз я пришла в кроссовках, в шортах Nike. И на меня так посмотрели: ну как ты планируешь быть сексуальной? Я говорю: а что, я не сексуальна, что ли? Поэтому здесь очень, мне очень нравится это место, потому что здесь продаются там колготочки, вот шортики, здесь все это продается, туфельки, потому что очень многое зависит от того, что ты видишь в зеркало. То есть ты должна себе нравиться. Мы когда начнем прямо уже заниматься, выключается свет, потому что когда темно, все еще... кажется еще прекраснее. Вот. Ну и все, мы начинаем заниматься. Сначала разминка, потом пилон. Угу. Ну, что-то вот типа. Но я не могу без разминки. Нет, давай, без разминки не надо. Мы тебя бережем. Оп! Ну, уже надо разминаться. Ага. Попробуйте? Давно мечтал. Хотя бы. Попробуешь? Да. Давай. Да прям танец поставим на 30 секунд. Давай, я пошла перебирать. Круто! Все, отлично. Я подожду тебя. Бондарчук и Бузова на пилонах, вы понимаете вообще? То есть не на вечеринке Татлю с бокалом шампанского? Уже нет вечеринки. Уже нет вечеринки. Шампанского тоже на исходе. Остается пилон. Пилон, Бузова, Бондарчук, да. Познакомимся с пилоном. Хват сразу. Схватили его, будто бы 100 лет знакомы. Начинаем с покачивания бедер. Бедра отводим в сторону, расслабляемся. Тогда я понимаю. У меня немножко шейка пошла. Да? Там движение ниже, амплитуда побольше. Сейчас упаду. Я буду трогать. Налево, по центру, направо. Какой у тебя рост? 1,77 м. А, так ну, а даже, у нас даже рост одинаковый. Я 1,78 м. Давай, батл. Не батл. 1,78 м. Ну, это тяжело. Это сложнее. Я никогда не ходила вот так. У меня с детства, хотя все стеснялись почему-то своего роста, я всегда гордо себя несла. Но чем ты выше, тем сложнее делать все. Да. На коньках кататься, на пилон залезть. Тянуться очень тянуться. Сложно. Длинная мышца другая. Я вот, ну, Лена знает, не знаю, пускай и твои тоже люди узнают. Когда мне там пишут гневные комментарии, вот, деревянное, непластичное, бревно, вот это все. Ребят, у меня нет растяжки вообще. Для меня это такое достижение, что я могу вот так делать. То есть я не могу, уже могу, уже я можешь. Не могла, и у меня вот так я могла только делать. То есть почему люди оскорбляют человека, который стремится стать лучше? Да, кстати, который стремится... Научиться чему-то, стремиться научиться пластике, стремиться научиться чему-то новому, каким-то новым навыкам, новым движениям. Я просто вот это, вместо того, чтобы сказать: молодец, классно, ну, чего-то, что-то новое в жизни. И самое простое – зайти и написать гадость. Поэтому единственный вариант – не читать их и пожалеть. Обращаюсь к тем, кто будет сейчас наши танцы смотреть, не судить нас строго. Мы учимся только. Меня точно. Готовы? Да, готовы. Ручку фиксируем наверху, начинаем шаг через мягкое колено, шаг. Поставили. Круг. И подтянулись. У нас красиво будет свет, у нас ноги длинные. Правая ручка наверху. Несем себя богини вперед. Шаг. Мы богини, мы себя несем. Нас бы кто-то понес. Левая ножка осталась. Можно попой чуть-чуть назад. Подождите, в другую сторону. Раз. И шаг. Раз. Не понимаю.
Ничего не понимаю. Так. И правая ножка вот в эту же, да, в эту же позицию приходит. Главное, держимся, уже хорошо. Нет, ты держишься? Да, 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 потому что первый раз все сползают. Так. Фанни студия. Заваливаемся на левый корпус. Наливает куда? Это вот туда, где. Да. Сейчас подкорректируем. Мне кажется, мы по-разному делаем. Да, сейчас подкорректируем. Да, я не понимаю, что вы делаете. То есть ноги не крест-накрест, не вот так, а вот рядышком, и они одинаково. Слушай, а тебя не укачивает? Укачивает. Я еще не ела сегодня с утра. Окей, я думаю, я только укачиваю. Зацепили левую ножку. Да, чуть-чуть налево, подтянули правую, аккуратненько попу назад. Мне кажется, что-то неправильно. Вот. Ух ты. Да. Свет. Господи. Уезжаем. Налево подтянули ножку. Я что-то запуталась. А что, ну давай. Нет, подожди, надо не перекрёсток, я хочу так. Да. Так. И правую ногу к левой. А, сюда я. Да. Во. Да. Свет. Первый раз. Я просто вот сейчас, все, я даже не могла ничего делать. Уезжаем налево, подтянули ту ножку, и ножки вниз две спустили, да, и выросли. Все, да. Я больше не могу. Сейчас полнейший эксклюзив. Оля Бузова сделает такое, что вы никогда не видели. Ты сделала сейчас лучший свой танец. Серьезно? Да. Аудитория Света, я не думаю, что это видела, поэтому добро пожаловать в мой мир. Сегодня улицу курю, айкос из твоих чувств. Твой номер, геймовер, я больше не хочу. А ты? А давайте наш! Вставайте! Сейчас мы наш! Сегодня улечу курю айкос из твоих чувств. Твой номер, game over, я больше не хочу. Ну не это не просто! Ребята, это не просто! Это кто очень думает, сложно. Что это? Вот когда вы пойдете, стриптиз! Вы уважительно относитесь, пожалуйста, к работе этих девушек. Ты давно не гуляла по Москве. Я не гуляла по Москве. Ты никогда не была на Красной площади. Нет, на Красной была, но не то чтобы гуляла. Вот. Как не была? Была, конечно. Я проезжаю каждый день. Хорошо, проезжаешь? Но я выступаю в Кремле периодически. Нет, это другое. Мы с тобой сейчас переоденемся. Потому что так, конечно, даже если бы ты была неузнаваема, на тебя напали бы и украли. Ну, на тебя, в принципе, тоже. Ну, нет, ты знаешь, ты сегодня как тут сеточка, все творит чудеса. Мы идем сейчас на Красную площадь, идем пешком до Балчуга. Пешком? Да. По улице? По улице. А там мы что будем делать? Разговаривать. Пить кофе, разговаривать. О, хорошо. Ну, это она настояла. Люблю эстетику во всем. Красивую сервировку и когда дома есть свежие цветы. Мне нравится выбирать декор и добавлять акценты в интерьере. Необычные детали – это мое. Люблю уделять время себе и аккуратно подчеркивать красоту. Рада, что есть такие платформы, как New Self, где представлены мои любимые бьюти и wellness-бренды, предметы для дома и интерьера, селекция авторской одежды, обуви и аксессуаров. Это приложение для шопинга, собственно, медиа и приятной эстетикой. На New Self представлены благородные модные бренды. Это интеллигентный люкс и высокое качество. Все, что вы видели сейчас на мне, я нашла именно там. Скачивайте приложение и создавайте эстетику вокруг себя. А по промокоду Света10 вы получите скидку 10% на первый заказ. Ссылка под видео. Знаешь, меня в детстве, Оля, не просто гнобили в школе, я была таким изгоем, то есть я была... Привет. Привет, да?
Здравствуйте. Да, меня просто надо мной измывались. То, что я высокая, то, что я худая, то, что я краснела, когда пытались обидеть. Очень за худобу гнобили? Чудовищно. То есть так, ну вот прям... Сейчас вот эти вот одноклассницы, мне кажется, локти просто кусают, потому что сейчас сбросить даже 2 килограмма, я не знаю, тебе, как тебе, мне сложно. После 20. Раньше один день, один вечер ты не поешь, минус 2 килограмма автоматически. Сейчас я впервые, я никогда не думала, что для меня это будет проблема похудеть, потому что я всегда на спорте, я всегда держу себя в тонусе, ну вот правда, я всегда занимаюсь, я знаю свой организм, я с ним знаком, я могу и пиццу съесть на ночь, и горячие бутербродики, но тем не менее я всегда смотрю, ага, чуть лишка, килограммчик прибавился, надо сейчас рыбку поесть. У меня никогда не было проблемы похудеть. Я столкнулась сейчас, и знаешь, что я услышала от подруг своих? Нет. Это возраст, Оля. Я говорю, девочки, что, решили потерять в моем лице подругу? А так и есть. В 20 лет ты худеешь за вечер на 2 килограмма, а в 36 я сбрасываю уже второй месяц. У меня 6+. Я про подружек вот этих, которые сейчас, наверное, локти кусают, потому что быть худой – это так круто, и не поправляться. Ну, ты знаешь, там в основном, Уль, была другая история. Меня в основном гнобили мальчики, а девочки выразительно молчали. Там выразительно молчали. Может быть, это им было приятно. Но самое смешное было потом. Мальчики, те, которые меня гнобили, стали за мной украдкой каждый ухаживать. То есть это было разглядели. Так. Да, то есть они... Мальчики же отстают в развитии. Пока они поняли. Мальчики, ну, муж-то не мальчик. Нет, уже нет. Сколько лет мужу? Годиков-то сколько? Годиков. Но они действительно отстают в развитии, особенно в школе. Сейчас в современном мире бывает, что и 25-летний парень адекватный, крутой, умный, интересный. Где ты таких видела? Ну, вот у меня есть знакомые, но они женаты, а у них бизнес, у них правильные ценности, 25-26 лет. А бывает там новая форма, да, новая. А бывает и 40. А бывает и 40, да, где-то у тебя дерево. У тебя есть дерево в Лексусе своем? Где кожа? Кожа. Где кожа. Дерево? Кожа на дерево. Вот. Вот такие вот просто. Да, и в 40 лет. До них долго доходило, что ты классный. Да, ну и потом, знаешь, всегда модно кого-то гнобить. Вот, к сожалению. Да. Это вообще это тренд, я даже не знаю, тренд ли времени, тренд ли страны, или, в принципе, это в такой ментальности человеческой. Ты отличаешься от общей массы, очевидно, я отличалась, ты отличаешься. Я отличалась всегда. Да? А с чем ты столкнулась с этим? Столкнулась, да? Только у меня наоборот ситуация. Но сейчас вообще все поменялось, потому что сейчас, к сожалению, и мужчина может позволить себе меня оскорбить, обидеть, как девушку. А, имеется, ты говоришь про соцсети? Про соцсети и в моем пространстве публичном, в шоу-бизнесе за последние 6 лет столько в меня летело камней. Ну, как, подожди, вот вопрос. Это же за глаза. Человек не подошел к за тебе? Глаза. За глаза. Но он же за глаза говорит это в интервью, например. Ксения Собчак, или Светя, или Лаури, ну, образно говоря, или Алене, блин. Он же говорит. А, поняла. Вот и я это слышу. Поняла, извини. Да, то есть за глаза, но я же это слышу. Да. Но это отдельная история. Это такой хейт, с которым я столкнулась, когда карьеру начала музыкальную. В школе, наоборот, у меня девочки не любили. В школе на томе 2, вот я когда пришла, вот 18 лет, у меня это вообще для меня загадка. Я тебе должна сразу признаться, что дом 2 я не смотрела. Не смотрела? Никогда. Но все равно ты знала. Знала, конечно. Знали все. Знала, да. Но я то же самое, как и Бузову. Да. Бузову можно не слушать, Бузову можно не смотреть, Бузову можно не видеть. Да. И хотя нет, невозможно. Невозможно. То есть все равно так или иначе ты попадаешь, потому что «Комсомольская правда», обложки, где-то каналы какие-то. Меня можно не наблюдать за мной, но не знать меня невозможно. И вот на «Дом-2», до сегодняшнего момента, это просто факт. Это не то, что я там выпендриваюсь. Очень часто люди почему-то думают, что я выпендриваюсь, когда я говорю, я номер один. Я читала про твой «Дом-2» и обалдела. Я даже не знала, сколько лет ты там жила. Да, я не выпендриваюсь. 4. 4 года я там жила. 4 года была самая рейтинговая тогда участница. И я там осталась только потому, что зритель меня выбирал, и мальчики против меня не голосовали. Угу. Меня девчонки всегда хотят от меня, мочили, хотят от меня избавиться. Почему? В школе почему? В школе потому, что за мной все парни ухаживали. Хотя я никогда не была красивой. И сейчас я не считаю себя красивой. Я знаю, что я эффектная, симпатичная. Знаешь, как понравится.
Я знаю, как понравится, я знаю, как очаровать, конечно. Я знаю, я уже не девочка, я мудрая девушка. Я была в браке, у меня были серьезные отношения. Но я никогда не была красавицей. У меня были в классе, в школе такие девчонки. Но они не вызывали, да, интереса у мужчин, у парней. Девчонкам я никогда не нравилась. Ни в школе, ни в универе, ни на Доме 2, ни сейчас в шоу-бизнесе. Я к этому нормально отношусь. Я очень сначала обижалась и не понимала, потому что я до сих пор не могу ответить на вопрос. Объясните мне, за что? Ну, то есть, за что тебя мочат или мочат. За что тебя любят? Нет, за что меня любят, я знаю. А за что тебя любят? Ой, там много чего есть. Ну вот скажи, вот давай начнем. За что любят? Да. Ну, узнали меня 18 лет, образно говоря. Я просто вспоминаю, какая я была 18 лет. Добрая, открытая, ранимая, наивная, преданная, верная, смешная, смелая. То есть такой набор качеств очень противоречивых. С одной стороны, безумно я плаксива, потому что меня очень сильно ранит всегда. И ранил, и продолжает ранить. А с другой стороны, уверенная уже даже тогда, в каких-то моментах, когда я боролась против коллектива, когда я там вступала в конфликты, не умея аргументировать абсолютно, потому что я разговаривала, как я разговаривала, я даже сейчас не могу слушать, что я говорила, я двух слов не могла связать, потому что эмоции меня переполняли, не умела вести диалог, не умела грамотно конфликтовать. Любая ситуация, сразу слезы. Я никогда на вас не злюсь, я никогда на вас не повышаю голос, я вас люблю реально. Я не могу, правда. Это моя защита. Она автоматически выходит из меня. Я до сих пор не научилась реагировать на агрессию, на злость. Спор – это другое. Поспорить я люблю, тем более козерог. А я стрелец рядышком. Ой, это хороший знак. Стрелец. Декабрь. Мне подходят стрельцы. И я не про отношения, а вообще люди. Стрельцы, овны. Козероги, мои же козероги, тельцы и львы. Вот земные. Водолей. Ты не падалей, так и не лей воды. Водолеев я не люблю. Они воду льют. Воду льют? Ну да. У тебя был муж водолей? Не, у меня муж был рыба. Но он не был, он же еще жив. Ну, твой бывший муж. А, да. Буквально на днях вышло с ним интервью. Я не смотрела, у меня многие тоже спрашивают, я не смотрела. Вот честно, Свет. Ты про интервью Собчак с бывшим мужем. Да, конечно, я об этом узнала, потому что в новостях же пишут, бывший муж Ольги Бузовой. Да, слушай, даже твой бывший парень, этот Рома, да, бывший парень. Да, все бывшие. Поэтому, конечно, в новостной ленте я увидела, я честно, вот года три назад, четыре, я бы просто сходила с ума. Mm-hmm. Я бы пересмотрела каждое слово по 100 раз, что он там сказал, потому что на тот момент я очень долго переживала. Мне реально нет времени, и мне реально неинтересно. Вот все так это отпустило. Это так на самом деле, это так хорошо, когда тебя, да, когда тебя ничего не триггерует. Когда ты можешь посмеяться над этим. И без злости. Ну, типа. Ну, без ущербности. Без ущербности, да. Когда ты не ищешь. Никакого слова, чтобы специально зацепить, обидеть, когда тебе легко и просто. Вот его интервью Алене Блин. Это сколько лет назад? 2 года назад. У меня прям была истерика, потому что столько было несправедливости, столько было обмана, столько было лжи с его стороны. Ну, ты знаешь, я тебя перебью, в это интервью с Ксенией, я его посмотрела, правда, кусочками, и если бы не шла к тебе навстречу, вообще бы его не смотрела, говорю, как есть просто. Но мне было интересно, в каком он настроении. Он не захватил, не интересен, но одно я считала, что я прям почувствовала, что он как будто бы раскаивается в таком поведении своем, как бы если можно и уместно говорить, ну, хорошо, слово не тепло, но как-то вот я бы так никогда не поступил, как я поступил тогда с Улей. Я не настолько была сильно погружена в ваш развод, но я понимала и по-женски чувствовала, что он себя повел, ну, непорядочно. Он очень плохо поступил. Я не знаю, как я в живых осталась. Это вот, ну, опять же, ты как спокойно. Я когда вспоминаю, как мне было хреново, у меня все равно это все. Я проживаю
заново, не заново, мне, я спокойная, я просто, это, вот я такой человек. Я вот говорю, что я не знаю, как я выжила реально. И у меня сразу же, я понимаю, что это реально как, ну то есть мы все были в таком шоке. И я слышала, да, что он в одном интервью говорил, что я вот сожалею, вот что сейчас он мне сказал, девчонки мне рассказывают. Ну мы это все смотрят, конечно, ну интересно же, все равно это часть, Свет, ну это часть моей жизни, это огромная часть моей жизни. И, конечно, мы, чего ж тут греха таить, все видно, все обсуждают. Ты видела, ты твой там бывший, ты видела. Конечно, девчонки мои, подружки мне что-то рассказывают. Но он это говорит. Опять же, он это говорит. Но говорить это не делать. Да, вот это мне интересно, почему он не может попросить прощения? Ну, это же надо иметь. То есть человек меня оставил, выкинул на улицу после операции, когда я не могла ходить без машины, разбитым сердцем, с двумя собаками, мама моя вся в этих синяках, потому что там были сроки поставлены, чтобы я уметалась вообще чуть ли не на следующий день. Я говорю, пожалуйста, дай мне время, я не могу пока ходить. Ты даже если меня в этот момент ненавидела, потому что была новая любовь, неважно, но ты же потом в адеквате понимаешь, что так некрасиво поступать. Да. И сейчас ты уже понимаешь, ну, блин, так бывает. Ну, к сожалению, вот реально так бывает. Просто у меня так не бывает. Я не помню ни одного случая, чтобы мне кто-то понравился, когда я в отношениях. Да. Свет, я тебе клянусь. Да. Ну, я похожа. Я не понимаю. Даже иногда это бесит. Даже думаешь, да, как же так-то? Девушка хорошая. Хотя бы как-то вот, ну, хотя бы внешне. Нет. Не видишь. Ко мне никогда никто не подойдет даже. Когда я в отношениях. Ты сейчас в отношениях? Нет. Нет, подходите. Да. Нет, сейчас за мной там, нет, ко мне подходит, ухаживает. Вот. У меня нет одного человека, с которым вот мы сейчас узнаем друг друга. Так, безусловно, я всегда пользовалась интересом у молодых людей. У меня много друзей. Про интервью, да, то, что Димина... Вот он сказал, и мне тоже кажется, что он раскаивается. Да. Что ты знаешь, ему нехорошо. Мне кажется, что ему реально... Вроде все там хорошо. Вроде там все хорошо, а как ты поступил, то он, ну, гадко, да, и некрасиво, эти слитые переписки. Он же признался в этом. Сначала обманывал, а потом он признался, что да, это я все сделал. Но это же вообще же... Какие переписки? Ну, как можно свою бывшую жену переписки личные сливать в сеть? А это хайп, это знаешь, это для же... того, чтобы... Нет, это не другое. Это непорядочность называется. Это непорядочность. Здесь хайп? Там большой список, как это называется. И вот я хочу сказать, что если человек раскаивается, вот почему мы, вот Свет, реально, почему люди так легко могут сделать что-то плохое, так легко могут обидеть, да, и так сложно им найти в себе силы попросить прощения. Слушай. Иногда даже годы уходят, сколько людей не общаются друг с другом из-за глупости. Вот у меня была история, вот просто, такого же формата. Очень близкий мне человек, 9 лет с одной девочкой общались, дружили. И в какой-то момент просто, ну, очень подло, гадко, мерзко поступил. Обман, предательство. Ну, ты взрослая девушка, ты понимаешь, что тоже с подружкой бывает. Дороги бывают расходятся. Бывает же такое. Бывает, конечно. Тебя же предавали? Предавали. Девочки? Девочки. Ну, вот это тоже стрёмно, понимаешь? Да, когда это прям стрёмно, потому что думаешь, ладно, мужик влюбился. Я же всегда всех оправдываю. Уже потом. Что-то мне напоминает. Я думаю, ну это же любовь. Ну вот, ну, блин. Ну, бывает. Ну, бывает. Ну, что? Я же насильно мил не будешь. Но когда бабы предают... Подождите, где женская солидарность? Зависть? Не знаю, я не понимаю. Я не могу найти объяснение, потому что я никогда так не поступаю. И проходит время, и я знаю, что ей хреново. Ты понимаешь? Я знаю, что она скучает. Я знаю, что она хочет вернуть сообщение. Ну почему ты не приходишь? Да, ну просто напиши прощенное воскресенье. Да, такой. Нет, приди, ты знаешь, где я нахожусь, где, вот, пожалуйста, я уже в сторис выставила, что мы с тобой на пилонах. Почему они этого не делают? Это надо иметь храбрость. Я всегда. Вот ты я просто всегда, храбрая. Ты сильная. Вот поэтому и полюбили, Свет. Да. Поэтому и полюбили. Потому что новая аудитория, которая на меня смотрит вот так. Как мне казалось, ты на меня смотришь. Я также стеснялась. Друзья мои, будьте смелее, не надо думать за человека. Вот.
Не надо думать за человека. А я думала. Да, я думала. Надо было подойти и сказать: здравствуйте, я Ольга. А я Света. Очень приятно. Мы очень часто так заморачиваемся, так я очень загоняюсь. Я вообще, я человек загон. Это мое третье имя, не знаю, сотое имя. Я очень загоняюсь. А какой первый? А что я сказала? Привет, приветливость. А, приветливость. Кстати, мы сейчас пойдем в кофеманию. Гранта. Ой, я кофе хочу. Да, и я хочу кофе и булочку. Но самый булочку. Я ем булочки. Вот как, как тебя полюбить? Вот, если ты ешь еще булочки и не поправляешься, я просто не понимаю. Я даже не знаю. Но я занимаюсь спортом. Я была в одной кофемании первый раз в жизни. На Никитском недавно, да, Ники, да? Где Романов снимал. Слушай, человек, мне надо ей открыть Москву, я поняла. Да, да, идем да. пить кофе. Можно себе открывать? Знаешь, как это вот? Да. Покой. Вот я вам прям доверила. А мне латте с карамельным сиропом. У нас была история смешная, когда я его не видела там всю жизнь. Вот прям с детства не видела. В 13 лет. Да, ну потом, да, и с тех пор потерялись. И потом случилась история следующая. Что мы с ним встречаемся в другом ресторане, он ко мне бежит и говорит: Света, привет. А у меня была такая привычка никогда не признаваться, что я человека не узнаю. Ну, я именно в этот день, ну, если говорю, да, здравствуй. Да, да. Я вообще не узнаю. И в этот... Я тоже так делала. Ты понимаешь, я всегда об этом думаю. Ну, ладно. Ко мне подходит, привет. А я просто понимаю, что я вообще не понимаю, кто это. Да. Я говорю: ну, привет. Зита. Ну, именно в этот день я решила, послушай, Оля, признаться и сказать, что я его не узнала. И я говорю, а я с подругой стою, я говорю, а я вас не помню, говорю я. Он говорит: ну я, Журавлев. Я говорю: ну, Журавлев. А я вижу по его такой экспрессивности, что он явно мне безумно рад, и мы с ним знакомы. Я говорю: ну да, Журавлев. Он говорит: ну, Храпунова. Я говорю: а, Храпунова, это дача, где я отдыхала в детстве. Он говорит: ну, мы с тобой гуляли, целовались. И тут я поняла, что никогда нельзя не признаваться. Все надо признаваться. Не, вот таких ситуаций у меня не было, чтобы я не вспомнила людей, с которыми я целовалась. Он бы не узнавал. Если бы пришла моя первая любовь ко мне. Пришла первая любовь. Пришла бы ко мне. Я вот не знаю, может быть, я бы тоже не узнала своего парня в школе. Когда там 20-30 лет проходит, поверь мне, уже сложно понять, что он был симпатичный, высокий парень. Сейчас он очень симпатичный, полненький, мужчина. А ты бы по-прежнему высокая. Ну, это как мы себя воспринимаем. И он владелец. Он владелец кофемании, он мега-успешный бизнесмен. И очень я за него рада. Я даже в конечном итоге у него оказалась на юбилее. Он женился очень молодым и сохранил брак. У него несколько детей. Ну, какая-то удивительная история, когда ты смотришь и думаешь, это пример хороший. Так что, Журавлёв, привет. Привет. Я первый раз. Да. Я тебе, слушай, я честно хочу тебе сказать, я не могу тебе сказать, что я гуляю. Да. Что я... У тебя некогда? Мне некогда. И это, на самом деле, большая проблема, потому что, ну, если говорить, например, про парк Горького, ну, и мне невозможно там гулять. Да, ну, ты вот сейчас я вижу, у тебя узнаваемость. Я не веду за творческий образ жизни. Нет, я хожу, я могу в клуб пойти потанцевать. Я хожу в театр. Вот недавно была у Богомолова на премьере «Вишневый сад». «Вишневый сад» новая постановка. То есть я не прячусь от людей. Но погулять по Москве я не могу, по парку, потому что ко мне сразу будет подходить. Сейчас проверим, как с Ольгой Бузовой пройтись по Москве. А мы куда пойдем? А мы пойдем в Балчик, мы сейчас пойдем. Ну, тут пешком можно дойти? Пешком. Да, вот представляете, ну идите фотографироваться. Извини. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое, мы очень понравились. Да? Спасибо. Так, давайте идите ко мне. Красивые, красивые. Еще лучше в жизни, правда? Да. Вообще потрясающе. А вы Светлану знаете? Да. Да. Тогда смотрите, скоро программа будет «Света вокруг света» на YouTube. Да. А вы знаете, что она ведьма? Она ест круассаны и поправляется. Это ужасно. И во время стресса, она худеет, а не поправляется. Это просто отвратительно. Это отвратительно. Я с вами абсолютно согласна. Это отвратительно. Слушай, а там, кстати, дорого, я хочу тебе сказать. Это не дешево. Потому что... А ты была там, ела, там так вкусно. Я ела вот в другой кофемании на Никитской. Я вообще обалдела, когда мне счет принесли 1700. У меня
меня ассоциация, он что... тебе сделает скидку, у тебя будет скидка. А ты рефлексируешь на такие вещи? Ты считаешь деньги? Я все считаю. Ну, то есть для меня в кафе, попить кофе, съесть суп и салатик 1700 – это дорого. Да, ну не потому, что тебе дорого. Нет, не потому, что мне дорого, потому что обычно, как у меня мое восприятие, моя ассоциация, кофе 36 рублей на Ваське, круассан 50, салатик 120. Ну, ты понимаешь, можно на 30 рублей пообедать. Ты сейчас говоришь про Петербург, какой вот сейчас прям можно так понять? Нет, это 18 лет назад. Мне нравится, она считает. Я недавно была в Петербурге, там нет таких цен. А сколько сейчас кофе стоит? Нормально. Если хороший кофе, он должен стоить дорого. Ты понимаешь, он не может хороший кофе, хорошие зерна стоить дешево. Mm. А в кофемане хорошие зерна. Ну, что... кофе вкусный, кстати. Вкусный, реально. Да. Я вообще люблю пожрать, если честно. Я тоже. И меня так бесит, что я поправляюсь. Моя форма и мое тело – это работа. Ты понимаешь, если бы я ела постоянно круглосуточно и не занималась спортом, я, к сожалению, склонна к полноте. Вот. Нет, наверное, не к полноте. Ты к женственному форму склонны. Давай назовем это так. Я думаю, Оль, по-другому скажу. Смотри, нам навязали стандарты красоты. Да. Они навязаны. Навязаны. Агрессивная форма. Да. Отсюда люди издеваются над худыми, над полными. Они вообще издеваются над всеми. Над лопоухими. Над лопоухими, над остроносами. Да. Есть стандарт, там, насколько сильно есть джинс в стране. То есть, типа, если тебе 35, и ты еще не родила ребенка, а если 40, ты еще не еще. Ой, ой. Вот, я же вам говорила. Ой, как красиво. А вот смотри, парень сейчас не споет. Смотри, уже их нет. Успокойся. Да? Все закрыто. Я там Лабутены покупала. Ну, нет, Лабутены, может быть, и есть. Том Форд там. Ты продвинутый пользователь, я смотрю. Я покупала там бывшему мужу рубашку или еще что-то. Мне кажется, все же закрыли. Закрыли, да? Ну, слушай, на самом деле все главные бренды, они ушли, к сожалению, мы знаем это. И у нас был разговор, ты сказала честно, что я еще не наелась, я еще не насытилась. Я не насытилась, да. Все эти бренды ушли, а я не успела еще быть во всех брендах, потому что, ты знаешь, когда я начала реально зарабатывать хорошо, действительно, когда я... почувствовала эту власть, что у меня есть деньги, есть, что у меня есть деньги, понимаешь? Мне до сих пор нет там не на шубы Рысь, у меня нет Биркина. Ну, слава богу, вот с Биркиным я бы шубы не обязательно, мне хочется, но вот такие суммы а-ля в 2-3 миллиона я либо вкладывала в творчество, в бизнес, либо я, вот мне не жалко для семьи, для родителей, для друзей, ты понимаешь? Я, грубо говоря, телефон, когда вот тогда, ну, не сейчас, а вот еще, например, 5 лет назад, там, телефон стоил, там, 150 тысяч. Мне себе новый жалко покупать. А, например, сестре, там, или мне, пожалуйста. А для себя думаю, ну, нахрен мне за 150 тысяч телефон? У меня святой мой человек. У меня мой работает. И я не насытился этим, потому что я знаю цену деньгам. Я думаю, слушай, ну, Zara прекрасный бренд. Был. Был, и он тоже был. А мне что делать? Zara даже ушла. Но у меня есть свой бренд. Импортзамещение. Потом прекрасные российские дизайнеры. Да, ну все в них. Это Варда. А я хотела сказать, а это кто? Это микрофон. Это микрофон. Я думаю, какая пикантная штучка. Красивая. Это Варда, вот где мы были. Пиджачок из Челябинска. Вообще, молодцы. Пиджак из Челябинска. Ну, вот туфельки, это Фенди, ну, это... Ну, Гуччи немножко. Гуччи немножко. Знаешь, что делать? Ну, что делать? Немножко Луи Виттон. Ну, давай, мы модные девушки, мы не можем это, знаешь, сейчас включить. То есть я не насытилась, но у меня этого не было, и поэтому, ты знаешь, особо не было. Поэтому для меня это не стало проблемой, когда они все ушли из рынка. Ну, понятно, что я люблю обувь хорошую, я люблю сумочки, действительно. Но я... Тебе мужчины дарили, да? Дарят подарки.
Твой муж бывший дарил тебе подарки? Да, да. Мой бывший муж дарил подарки. Вот это ему, кстати, спасибо за это, потому что он был очень щедрым. И это было приятно, потому что некоторые его подарки до сих пор прекрасно носятся, живут со мной. Спасибо большое. Знаешь, как я спасаю? Паршивые овцы, хоть шерсть, как лук. Извини, моя бабушка так говорила. Мне ни один мужчина не давал деньги, Свет. Вот так. Типа из серии. Хочешь себе купить что-нибудь? Или, дорогая, там, вот себе на расходы. А может быть, что-то... Со мной не так? Да. Я пытаюсь понять. Сейчас, наверное, у меня знакомая ситуация. Потому что я просто не понимаю, почему всех обеспечивают, почему мужчины меня не обеспечивают. Почему я должна просить? Просить я тоже не буду. А знаешь, потому что ты крутая, сама зарабатываешь. У меня есть возможности. Почему я должна просить? Я сама могу за все заплатить. Но другие же тоже могут. Ну, не в таких, возможно, масштабах, но у нас сейчас все девушки, ну, посмотри, Свет, просто оглянись вокруг, все девушки, знаешь, сколько у меня подруг офигенных, крутых, уверенных в себе, статных, которым там 25-35, которые сами выстраивают карьеру, бизнес, да, которые... это правда, очень сейчас, много очень сейчас, много именно такой, очень сильно сейчас мне, женская, кстати, энергетика, и мне это нравится. Я прям горжусь нами. Да, я горжусь. Ну почему у нас нельзя в этот момент его еще и поддерживать, и обеспечивать? Я не понимаю. Я думаю, что у многих и поддерживают. Так вот, я не знаю, почему нет помощи от мужчины. Наверное, все равно ты должна разобраться в себе. Это будет самое... Ну, я не предлагаю тебе к Блиновской на марафон. Но, может быть, есть какие-то люди, которые могут как-то разобраться. А почему мне деньги не дают? Вот давайте так. Почему не дают деньги Ольге Бузовой? Мужчины. Мужчины, мужчины. Да. Мы говорим про отношения. Да, про отношения. Нет, конечно. Именно только про отношения. Только про отношения. Только про отношения. И в отношениях почему не дают деньги? Вот, да. Вот. Я многие вопросы решаю самостоятельно. Планирование, отпуски, организация праздников. Ну, то есть я про, это, например, знаешь, совместную ты жизнь. Ты хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Да, ты все Свет, на себя звал. Конечно. Во-первых, мне в кайф. Но я люблю человека, и мне доставляет удовольствие все это устраивать, договариваться. У меня это в крови. Я очень четко, конкретно. Хотя, честно говоря, вот ты из Петербурга. В Петербурге люди, вот я просто, у меня много друзей из этого прекрасного, любимого города. Да, они такие более закрытые, они такие более... Снобские. Вот, они, да, есть такие. Ты как будто я другая. Ты вообще из другого места. Ты как такая возникла там? Вот реально. У Сережи, кстати, родился в Петербурге тоже. Я тоже. Но в Ленинграде мы родились. Да, они, да. Я Пушкина. А я родилась в Ленинграде. Да. Я особенная. Особенно, не, да? Да, ну правда получается, если меня реально проанализировать, а меня очень часто из-за меня делают разборы, то есть во мне какие-то качества сочетаются несочетаемые. Ну, то есть, образно говоря, я безумно, получается, сильный человек, потому что если бы я не была сильной, я бы уже давно сломалась и не смогла бы с тобой улыбаться, вот смеяться, просто, прикалываться. Да, проживаем этот момент. Да, проживаем этот момент, и это офигенно. У меня прям мурашки, вот не от холода, а вот... От счастья, да. Я просто на тебя подписана уже давно. Да, да, да. Я видела, как ты это... В Сочи? В Сочи, да. Да. Но я с булкой так и дошла. Но я ее съем обязательно. А ты с кем-то из брендов сотрудничаешь? Я с дизайнерами, с многими нашими сотрудничаю. Когда какие-то мероприятия, это нужно же искать, у меня времени нет. Поэтому стилист – это очень удобный выход. Поэтому у тебя один стилист? Один. Как красиво. Красиво, да. Как красиво! Почему я здесь ни разу не была? Ну вот, теперь ты тут тоже была. Так, а у меня времени нет. Ну вот, я коренная москвичка, все тебе расскажу. А то, что ты еще не захочешь, там льет прям. Ты живешь в Питере, ты очень редко смотришь на то, как разводятся мосты. И для тебя это становится проблемой, потому что, блин, мост разведен. А люди приезжают, мост разведен. Это что? Какая-то красота. Да. Мне очень нравится то, что мы с тобой сюда пришли, если честно. Мне кажется, это чудно. Светлана, у вас поклонники, да, да, есть? Оля, иди-ка сюда. Ой, давай, черты. Давай. Смотри на меня, дорогая. Я тоже мечтала вас увидеть. Да, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за комплименты. Правда? Спасибо. Спасибо. Если я выхожу гулять, то я останавливаюсь и просто стою на месте и со всеми фотографируюсь. Все по местам. Угу, спасибо.
когда мы говорим о деньгах и о себе. Угу. То есть для меня машину, знаешь, на какой машине я езжу? Хороший Мерседес. Хороший Мерседес, но у тиктокеров 20-летних уже Rolls-Royce, вот, да. Я к тому, что нет, я могу купить, вот сейчас можем поехать и взять мне тачку. Во-первых, мне нужен кто-то, чтобы мне это уже за шкирку отвел. Я не могу такую сумму тратить на машину, если у меня есть хорошая машинка, прекрасно, 6 лет я на ней езжу. Молодец. Понимаешь, вот у меня такие приоритеты. Но у меня нет сейчас лишних. Я сейчас вкладываю очень много в шоу. Я доделываю ремонт. Если выбирать, я лучше деньги эти потрачу на классный отдых. Ну, конечно. И отдохну морально. А когда ты любишь ездить отдыхать? Твое любимое там три места в мире для отдыха. Куршавель. Угу. Ты катаешься? Да, на лыжах. Италия. Причем неважно, это может быть Кома, это может быть озеро Гарда, это может быть Рим. Рим вообще в любое время года. То есть Рим — это город, который меня спасает. Это место моей силы. Вот такое вот. То есть я там была очень много раз, и каждый раз я приезжаю оттуда наполненной, очень сильной и спокойной. То есть у меня реально морально очень помогает. То есть вот любое место в Италии, вот просто любое. Мальдивы я люблю, это ты знаешь, люблю, очень. Потому что большая там перезагрузка. Причем мне нравится там реально быть тюленем, ничего не делать. Я всегда беру с собой форму и не всегда занимаюсь, потому что думаю, ну какой, ну я и так весь год батрачу, работаю, слежу за фигурой. Вот я на Мальдивы люблю, хотя многим там скучно. Мне не скучно наедине с самой собой. А ты можешь одна поехать? Да, я очень часто одна езжу. То есть берешь или летишь? Спокойно. Одна? На Мальдивах я, вот на Мальдивах, правда, я одна еще не была. На Мальдивах я была либо с подружкой, либо с мужчиной любимым. В том числе и с моими бывшими. Но в Куршавель я полетела одна. Потому что я очень соскучилась по лыжам. 2 года не могла туда попасть. Ну да, все было закрыто. Все было закрыто. Более того, и сейчас я переживаю, потому что у меня 7 марта были куплены билеты. Тоже одна я собиралась на 8 марта. Хотела. У меня концерты все переносятся, естественно. Из-за, помнишь, да, что ситуация непростая. И люди сейчас не понимают, как дальше вообще им жить. Могут ли они ходить на концерты? Могут. Нужно находить на концерты, в театры нужно ходить. То есть я одна совершенно спокойно могу полететь, мне не скучно. Я спокойно знакомлюсь, очень открыто. Интеллигентному человеку не может быть скучно самим собой. Я сначала переживала, я думала, наверное, я какая-то ненормальная. Потому что я обожаю компании, я обожаю людей, мне нравятся и тусовки, и мероприятия, это все люблю. Но точно так же я обожаю быть одной в своем маленьком мире, посмотреть сериальчик или полететь куда-то одной, в этом тоже кайф. А ты это приобрела, такое свойство, или это у тебя всегда? Всегда. Мне нужно наполнять. Ну, я когда в компании, ты отдаешь. Отдаю вообще все. А потому тебе что нужно собраться? Собраться. И мне прямо это помогает. Я очень часто нахожусь одна. Ну, что ты не делаешь парюсь одна? Смотришь сериал, читаешь разбираю книги? Разбираю вещи, смотрю. Нет, книги сейчас редко. Сейчас, правда, времени вот нет. Я как-то не понимаю, почему, хотя я так свет люблю читать. Моя литература мой любимый предмет был. Я все читала сама. То есть я не краткое содержание. Я любила читать. Я читаю, читала очень много. И даже там в 18, в 20, в универе, в 25, я даже в 30 читала, а сейчас как-то вот беру книгу в самолет, и, ну, чтобы в самолете, и засыпаю. Ну, когда перелеты сложные, или там гастроли, или программы, съемки. И вот как-то вот, не знаю, не расслабляет пока сейчас мой мозг литература. Могу почитать стихи, вот мне Бродский нравится. Вот у меня стоит на тумбочке предкроватной. Вот начала читать какую-то книгу про любовь. Вот. Ну, не заходит. Но у меня стоит Бродский, и периодически я его почитываю. Просто вот мне реально нравится. Я люблю Бродского. Я люблю. А так, как я отдыхаю? Кино, фильм, сериальчик, вещи разбираю. Что-то хожу по дому. Как я? Тоже? Особенно вещи разбираю. Для меня это припадок. Надо поймать настроение. Надо поймать настроение, потому что это не сложно. Так все просто. Мне тоже все сложно. Бежим дальше. В Балдюг. Это очень знаковое место для меня. Очень здорово, что мы сюда приехали. Это драматическая история какая-то была? Нет, не здесь. Не драматическая. Во-первых, я люблю отели. Реально люблю жить в отелях. И иногда, когда мне хочется
реально как-то почувствовать себя счастливой, я вот просто приезжаю сюда. Мне нравится здесь находиться вот в таких условиях. И многие были ситуации в жизни, когда время не могла полететь, собраться, так сказать. Я звонила, дружу с управляющим, звонила там, девочкам, сейчас Лада там работает. Я говорю, Ладочка, можно на пару дней у вас остаться? И как-то у меня здесь прям очень... Как будто в путешествии. Как будто, да, как будто я в путешествии, как бы вот такой вид, этот завтрак. Это хорошая такая история, нам надо это взять на вооружение. Вы знаете, ребят, реально, это очень помогает. Сейчас сложно с путешествиями, к сожалению. Да, к сожалению. Хотя и Россия прекрасная. Но все равно это надо найти лишнее время, потому что ты, находясь здесь, ты можешь какие-то еще дела сделать. Дела сделать, да. И берешь 2 дня в отеле. Пойдем. У тебя Хорошо. Будет сольное шоу в Крокусе 4 июня. И давай немного про это мероприятие. Ну, я бы очень хотела, чтобы действительно ты пришла, посмотрела. Дай бог. Я бы, чтобы ты посмотрела на меня в другой совершенно уже ситуации, чтобы все равно так или иначе в последние там 6-5 лет было много критики, но я за критику на самом деле. Я себя критикую вообще каждый день. Но я бы хотела, чтобы меня критиковали, и критиковали, не оскорбляли, а люди, которые видят, что я делаю на сцене. Неважно, это театральная сцена или сцена Крокуса, или сцена клуба ночного, как я отдаюсь. Поэтому я бы очень хотела, чтобы ты реально пришла, посмотрела на то, что я готовлю уже с командой больше 2 лет. Это мое второе большое шоу в Крокусе. Угу. Первое было в 2018 году, в ноябре. И вот второе я... пыталась сделать в прошлом году, в 21-м мы перенесли. Так переживаю. Это жуткая травма и для меня трагедия, потому что я не могу встречаться с аудиторией. Я как в каком-то аквариуме. Я выпускаю песню, а я не могу ее спеть своим людям. Правда, так и есть, потому что мои песни до сих пор не ставят в ротации на радиостанции. Ну, только некоторые иногда. То есть ее, их не слышно постоянно, постоянно. Как я творчество свое доношу? Только через социальные сети. Все причем. Я все сети сама веду. И через концерты, которых сейчас нет. 20-й год вообще можно вычеркнуть, да, из жизни. Ты такая, хоба, а что 20-й год был? А можете нам его вернуть, пожалуйста? Можно мы заново его проживем? Нет, нельзя. А нельзя уже. Да. И все равно ты находишь счастье даже в таких ситуациях. Даже в таком, а что делать? Все равно жизнь же, она одна. Вот. Поэтому хочется, чтобы именно ты конкретно пришла и посмотрела. Дай Бог, если все будет хорошо. Да, я уже боюсь. Вот меня спрашивают, какие у тебя планы на этот год? Я говорю, ребят, подождите, на день давайте. Угу. На день. У меня-то планов очень много. И я человек плана, вот у меня даже тебе покажу. У меня вот мой собственный график, который вот я веду. Вот Бондарчук. 4 восклицательных знака. Это серьезно. Причем не написано она или он. Да, непонятно. Бондарчук. Да, такая фамилия. Есть такая. Есть, да. Смотри, ты, помимо того, что ты артист, ты певица, ты блогер, я не знаю, ты все, ты на... Блогер, но да. Ты и бизнес-вумен. Так. У тебя есть твои бизнес-проекты. Есть. У тебя были рестораны, не знаю, есть сейчас? Сейчас нет, закрыли. Сейчас нет. У тебя есть бренд одежда. Ольга Бузова дизайн, да. У тебя что еще есть? На сегодняшний момент все, скажем так. Ну вот. Ну, то есть... финансовые какие-то истории, но это не совсем бизнес. Я поняла, что чтобы заниматься бизнесом реально... Ничего больше другим нельзя. Нельзя. То есть должна погрузиться полностью в этот бизнес. Да. И где, если ты хочешь зарабатывать большие деньги, а не просто бизнес ради галочки. У меня есть бизнес. И там это не бизнес, а просто ерунда какая-то. Бизнес, он должен так или иначе, когда он окупается, приносить доходы. Иначе это не тогда бизнес. Тогда это ерунда. Тогда это ерунда, действительно. Нужно полностью этим заниматься. Поэтому, да, я выстраиваю бизнес-план в своей сфере профессиональной, но я перестала вкладывать в бизнес, потому что я в большей степени артист все-таки. Вот, я хотела спросить, ты в дальнейшем, ближайшие, там, может быть, там, 10 лет себя видишь больше как артист? Артист. Я люблю телевидение, обожаю жанр.
ведения реалити. Угу. Мне очень комфортно в кадре. Я очень люблю телевидение. Это сразу так возникло? Сразу или... же. Да. Я никогда, я не вообще, вот чем, я не боюсь их. Да, я тоже нет. Вообще не боюсь. И поэтому я была очень, вот, ты помнишь, меня в машине спрашивала, почему тебя вот полюбили, как ты думаешь? Да. То есть я не боялась, когда я пришла на реалити, не боялась, что меня снимают. Я не меняюсь. Угу. То есть я такая, какая есть. Конечно же, когда есть камера, ты так чуть-чуть, угу. я тут смотрю, ничего у меня тут. Угу. Это нормально. Да, это, как ты выглядишь. Как ты выглядишь, не блестишь, или блестишь. А, но по факту, по жизни я такая же. Поэтому угу. камеры я не боюсь. Дальше сцены, без сцены я вообще не могу жить. И вот твой очень... опыт театральный, который ты... Театральный опыт. Вообще с 2010 года я играю в театры. А почему просто... такой хайп был, что ты сейчас из Амхата? Ты понимаешь, тоже непонятно. Во-первых, для меня это был не хайп. Не, ну я даже человек не очень для меня, отслеживала. Да, вот, ты слышала об этом. Это просто было для везде. Для меня это была моя мечта. То есть, а я что сделала? У меня была мечта. Меня пригласили играть в театре. Mm. Я исполняю свою мечту. Я вообще, Свет, ничего не делала, кроме того, что я играла в Амхате. Mm-hmm. Все это другое делают другие люди. Mm-hmm. Я никому не перешла дорогу, получила эту роль. Mm-hmm. Меня на эту роль утвердил Эдуард Байков. На роль Беллы Шанталь. Надо сказать, что те, действительно, те, кто успели попасть на два спектакля, которые мы сыграли 11 и 12 июня, а остальные не смогли попасть, потому что был аншлаг. Mm-hmm. Многие действительно даже говорили о том, что мы даже не думали, что так гармонично. Кого ты играла? Я играла, скажем так, девушку, которая поет, любовницу Сталина, угу. которая его вообще спасла. Вот там такой сюжет интересный. Это 1906 год, Грузия, Батуми, жандармы. То есть у тебя большая главная женская роль? У меня большая главная женская роль. Она не очень большая сценически, угу. то есть я не так много находилась на этой сцене. Может быть, в общей сложности за весь спектакль 15 минут. Угу. Но она очень большая по весу. Поэтому я очень жду вообще любого формата выступления, потому что сцена – это моя жизнь. Я очень себя комфортно там чувствую. Вот послезавтра у меня спектакль в Сочи. «Мужчина на расхват» мы играем. Сергей Писаренко и Евгений Никишин. Это уездный город. КВН раньше они были очень популярны. И сейчас у них расписано каждый день. Затем я жду тебя. Ну, я, ты можешь в Сочи, кстати, прилететь? Вдруг нечего будет делать в субботу? Приходите ко мне на спектакль. У него мама сейчас приехала из Калининграда. Мама – это святое. Мама – святое, да. Вот, а маму отправили. Мама – святое. Мама – святое. Мама – отправили. Ко мне, да? А четвертого я буду давать свое шоу. Я уже, знаешь, как боюсь говорить, все, я знаю, где ты будешь 4 июня, я знаю, где я буду 4 июня, я знаю, где ты. Я боюсь, потому что наша жизнь, да. к сожалению, мы к ней привыкнем, ничего, адаптируемся, она очень быстро меняется. Вот завтра может все поменяться. Я приглашение переделаю, третий раз их перепечатываю. Это, ты представляешь, какие тоже бюджеты? Да. Потому что сначала было 28 октября, потом мы поставили дату 18 июня. Потом происходит ремонт в Крокусе. Ну, то есть очень сложно вообще что-либо реально планировать. У меня есть уже график давно на этот месяц до конца. У меня уже есть график, мои хотелки какие-то на июнь. То есть я все равно, я не могу не планировать. Я не могу, я все равно должна... Ты же козерог, во-первых. Да, я все равно должна... Козерог очень системный. То есть у меня, например, съемки начинаются в июне, а после Крокуса я хочу чуть-чуть отдохнуть. И я просто, у меня даже в график поставила, что меня нет. То есть куда я поеду, я не знаю. Угу. Но меня нет, все. Меня нет. Неделю. Нет, меньше. 5 дней. 5 дней, да. Ну, 5 дней – это хорошо. Хотя бы. Да. Я хочу, Оль, тебе подарить подарки. Я как начала с того, что ты помимо творческих вещей еще делаешь всякие бизнес-проекты. Пусть они сегодня не главные у тебя в жизни, но, тем не менее, это прекрасный опыт. У меня то же самое. У меня есть фанни-студия. Это студия пилатес и йоги. И я хочу немножко твой стереотип о йоге сломать. Я даже вместе... сказала в раздевалке, я говорю, я вот эту историю...
Когда ты сидишь час и вот так вот, я не понимаю, мне нужно движение. Сережа ходит со мной, мне нужно движение. Он вообще в шоке, он подумал, что йога – это фигня, а теперь он говорит, да. Мне нравится бокс, мне нравится фитнес, мне нравится пилон. Пилон я уже поняла, что тебе нравится, а я должна немножко тебя… На пилатес. Пилатес, смотри, я сегодня была в таком боди красивом, черном. Очень красивом. Вот теперь такой же есть, это Фанни студия тоже. Это реально. Очень красиво, это реально. Тебе будет удобно, она такая крутая. Это как раз Фанни студия. А это еще есть у меня Бюро Бьюти. Очень хорошие косметологи. Вот будет настроение. Спасибо. Придешь. А я тебе все расскажу потом. А куда звонить? Мне. А, у меня нет твоего телефона. А я тебе отдам сейчас. Ну, сейчас не будешь в прямом эфире это делать? Пиши. Спасибо большое. Но костюмчики я надену на тренировку. Да, тебе будет удобно. Я сегодня поняла, что прям то, что нужно. И потом днем же придешь на йогу. Я тебя прям... Да? Да, я вниз. Днем же. А может, мы поесть закажем? Да я хотела, что-то Сергей меня остановил. Я хотела, что угодно. Тут очень вкусные пельмени. Я не знаю. Ну, раз говорят. Ну, нет, я пробовала, конечно. Ты, конечно, знаешь. Знаю, она мне об этих пельменях еще говорила, да, когда мы крутились. Со сметанкой, бульончик. Mm-hmm. Они реально вкусные. Но я сейчас не могу их есть. Я тебе сама не дам пельмени есть. Ты что? Ну, как я тебе могу? Ну, знаешь, я уже чувствую ответственность. Уже ответственность, уже крокус. Да, я уже крокус. Не залезу. А ты же должна посмотреть. А я, да. Поэтому я жду 4 июня. И ты знаешь, я такой человек, ты спрашиваешь про шоу. Что я могу сказать? Я хочу, чтобы все увидели. Но я готовлю шоу. Я готовлю его второй год. Безусловно, там и костюмы, и хореография. Вот ты представляешь, мы сегодня... Так ты, кстати, и не выучила этот танец. Мне не выучила. Это очень сложно для меня. А ты представляешь, на каждую бит движения... Одно дело – это танцовщики, они профессионалы, да, им даже слова не нужны. Да. У них в голове свой счет. А ты должен текст держать. Ну, петь, держать лицо, осанку. Они так, блин, что там дальше? И параллельно танцевать, и выглядеть, чтобы это выглядело красиво. Угу. Ну, и подстать профессиональным танцором, который меня окружает. То есть масштаб... Это очень сложно. Это правда сложно. Я просто никому... Никто этого не знает, блин, постоянно. Вот когда ты что-то делаешь, мне даже 2 килограмма сейчас сбросить сложно. Ты постоянно, когда делаешь очень, очень много работы, я всегда показываю готовый результат. А какой путь к этому? Какой путь... Люди не знают. Угу. Вот они думают, что это так все легко, все на блюдечке, золотой каемочке. Ты знаешь, каемочек. Они не должны знать. В этом и есть мэджик. Знаешь, это они, есть чудо. Они не догадываются, да, даже. Да. Может быть, они правда не должны знать. Не может быть, они, наверное, действительно должны получать этот готовый результат. Как я сегодня тебе рассказывала, когда вот этот следователь, который меня тестировал для Татлер на детекторе лжи, просто я рассказывала, и когда я его прошла, и когда на какие-то вопросы я там отвечала, для него видно неожиданно, потому что он увидел просто какую-то блондинку в красном платье, там. И тебя бы так же назвал ломовая лошадь. А ты думаешь, девушка должна быть такой? Я не знаю, какая должна быть девушка. Мы должны быть разные. И на самом деле, мне кажется, тут не должно быть градации мужчина или женщина. Просто тот путь, который ты выбрал для себя, а ты звезда. Я да, и это твой путь. Потому что если ты была бы там не звезда, а так ты просто как, ну, типа, это мое увлечение, ну, и да. Я там тогда, ты могла бы все это не делать. Твой путь, ты звезда. Ты звезда, которая хочет быть номер один. У тебя это получается. Потому что даже в шоу-бизнесе, да, сколько людей, ну, я не хочу сейчас мерить популярность подпиской, но сколько подписано на тебя людей? 23 миллиона. 23 миллиона. Это только в одной сети. Это учитывая, что в нашей стране всего 140 миллионов, да, и не все имеют телефоны и соцсети. То есть я предполагаю, что, наверное, точно половина людей, у которых есть телефоны, подписаны на тебя. Ну, это, представляешь, какая ответственность. Это ответственность. Вот, поэтому ты шатишь, поэтому ты худеешь, поэтому ты учишься всему этому. Всегда чему-то новому. Ну, и учу аудиторию. На самом деле, это реально ответственность. Это реально. Это ты чувствуешь. Иногда, и это круто, это тебя останавливает от каких-то, возможно, неправильных поступков. Когда ты понимаешь, что в любом случае есть какая-то ответственность перед аудиторией. Но у тебя это амбиция по поводу себя или уже ты чувствуешь ответственность перед людьми, которые... В первую очередь я. В первую очередь я. Я поняла давно, в прошлом году, недавно, в прошлом году я точно поняла, что эпицентр всего должна быть я. Угу. То есть это мне. А что тебя к этому подвело? Какие события или какая ситуация? В жизнь... Я вот рассталась с молодым человеком в прошлом году. Это с кем?
Бывший мой молодой человек. А как его зовут? Да не важно. Я так и думала, что она не хочет о нем говорить. И я не задаю ее. А не хочу, да, а правда. Я услышала это. Я потому что слышу, что ты говоришь достаточно четко про бывшего мужа, а это имя ты прям вот как будто бы... А я тоже не хочу о нем говорить, кстати. Я не хочу. Отлично. А мне вообще даже не интересно. Вот и мне не интересно. Просто поговорим о нем. Я не понимаю, о ком идет речь. Но ты понимаешь? Я понимаю, на букву «Д»? Да. «Д»? Да. Не Дима. Да дура она, да? Я? Нет, да дура я, да дура я. Да не про тебя речь. Это о нем он говорит. Просто произошла ситуация. Ну, нет, почему? Я могу сказать его имя, но просто, ну, типа, зачем? Пиарить его. Ты понимаешь? Да это не то, что пиарить. Мне не стыдно. Это часть моей жизни. Я это прекрасно понимаю. И на сегодняшний момент я... Сердце мое не... Не болит, mm-hmm. можно так сказать. Но прошел год, и я вновь полюбила спустя 3 года после того, как я развелась. И mm-hmm. это была еще одна моя большая сердечная травма. Когда ты любишь, влюбляешься, и когда ты посвящаешь себя вновь мужчине, отношениям, и опять себя обламывают, скажем, это так, да? А ты не боишься отношений? Нет, да не боюсь я этих отношений. Просто я поняла, наконец-таки, в прошлом году, что все равно, что бы ни происходило, все равно я должна быть в эпицентре. Угу. Я не должна делать это для людей. Хотя я это делаю для людей, mm-hmm. понимаешь? Но все равно не получалось бы у меня ничего в этой жизни, если бы я это делала только потому, что надо. Я это делаю для себя. Влюбляюсь я, потому что я хочу любить. Mm-hmm. Когда говорят, мне важно, я тоже так говорила, мне важно, чтобы mm-hmm. меня любили. Нет, мне нужно любить. Mm-hmm. А если тебя любят, а ты не испытываешь чувства, то какой в этом смысл? Поэтому когда вот ты понимаешь, что ты все равно... В центре ты, а вокруг тебя все. Поэтому мне, вот, мне это надо. Я не могу на диване спокойно сидеть. Сейчас могу. Угу. Но я уже сегодня в перерыве подумаю, если мы не очень поздно освободимся, я успею на тренировку. Успеешь. Но, поэтому... Пойдемте, есть шампанское, кстати. Ну, открой мне шампанское. Ты будешь шампанское. Я точно когда мы шли с тобой по Никитской, и ты увидел Третьяковский проезд, и меня поразило, что ты смотришь Третьяковский проезд, и ты говоришь, о, там Том Форд, там Том Форд. И дальше да. ты говоришь удивительную вещь. Я там своему бывшему мужу покупала рубашку. Ты не говоришь, там Дольче Габбана, я там себе покупала платье, или там Селина, я сумку. Нет. Ты, у тебя включение удивительное. Она бывшему, заметьте, даже его имя тоже не произносим, потому что мы сегодня узнали, что имена бывших мы не произносим. Потому что мы усиливаем. Сглазить можно. Сглазить себя? Нет, мы не усиливаем. Надо себя усиливать. Безусловно. Вообще просто другие имена не говорим. Как мы друг к другу будем обращаться? Это как, не будем говорить, кто не говорит, как его зовут. Да. Мы поняли. Я даже думаю, что многие кто понял. А у тебя умная аудитория? Очень. Меня не поймут. Вот они вообще тебя откроют, я надеюсь. Вот я прям, тоже, у меня да. прям такая задача. Я пью всегда шампанское, меня за это троллят. А я, честно говоря, что я пью шампанское. А я ни разу, кстати, не читала, чтобы тебя троллили. Так ты меня не читала. Нет, я имею в виду в публичном пространстве. Нет, троллят. У меня, знаешь, у меня такой формат. Мы же, когда делаем вот нашу программу, mm-hmm. чаще всего мы куда-нибудь заходим. Или домой, или какой-нибудь рестик. Я всегда говорю, ну, давайте теперь выпьем вино там, или шампанское. Наш зритель, он очень такой, ну, продвинутый. То есть они чувствуют, улавливают шутки, улавливают. Да, мы же многие вещи, которые сейчас говорим, проговариваем, мы ржем. Это да. такое на грани фола. На грани, да. чуть-чуть. То есть вот мы в кровати. И то есть правда это чувствует, да? Что? Ну, чувствует, но возникают все равно люди, которые, о, она опять пьяная. А Сережа там... Серьезно? Да, ну, поверь мне, типа, пьяная? Нет. Просто... А я опять пьяная? Ты хочешь сказать про отношения с алкоголем? Да, у тебя? Да, просто ты мне сказал. Нет, у меня прекрасное отношение с алкоголем. Так же, как у меня. У меня как бы особо сейчас и нет даже с ним отношений, потому что я в графике нахожусь сумасшедшим, и я с утра встаю, вечером у меня тренировки заканчиваются в час-два часа ночи. Но я совершенно
прекрасно могу точно так же выпить шампанское. У нас сейчас 5 часов дня, между прочим. А иногда, если я отдыхаю, то я могу и в час дня. Слушай, завтрак на Мальдивах. На Мальдивах. Завтрак на Мальдивах никто не отменял. И прекрасно очень люблю белое вино с устрицами. А если мясо, то редко, можно бокальчик красного вина. У камина. Оля, ты не понимаешь. Ты была в моей программе уже однажды. С устрицами, с белым вином. Это правда. Подожди, мы со знакомы? Да. Мы снимали, только молчи, Лену Лядову, знаешь такую актрису, и Володю Вдовиченкова, пару. Пара, да. И мы гуляли от нашего дома, мы шли-шли-шли и дошли до бюро ЦУМ. И мы поднимаемся, у нас был такой столик. Бюро ЦУМ, моя подруга Дина Хабирова, она нам сделала... Я помню! Вы сидели за моим любимым столиком! Да! А я рядом с ней, с подружкой. И там в нашей программе есть, наша Лядова говорит... Лядова говорит, за нами Бузова. И я думаю, я опять с ней не поздоровалась. Я поняла, это мой краб. А я говорю, подружке... Ты с подружкой была. Подружка. Я говорю, а там, по-моему... Света Бондарчук. Да, это было так, правда? Бюро, я обожаю. Я тоже. Я не могу даже позволить себе вот сейчас, это на самом деле какой-то комплекс у меня выработался. У меня никогда этого не было. Никогда. У меня были комплексы по фигуре. Я сама над ними работаю, прорабатываю. Говорю об этом. То есть я очень открыта с аудиторией. Я все, очень много им говорю, либо молчу. То есть, если мне не хочется что-то показывать, я не показываю. А так я очень откровенна. И у меня прям реально сейчас какой-то комплекс, потому что я всю жизнь работаю, всю жизнь пашу, как папа Карло, и всегда могла себе позволить сходить и в клуб, и потусить, и выпить вина, и шампанского в конце концов. Есть выходные, отпуски, это абсолютно нормально. Но меня начали за это, ну я просто знаю, от кого я это пошло, меня начали за это... просто гнобить. Мама определенного человека после расставания на всю страну, мама моего бывшего человека, на всю страну меня оскорбила. Мама, ты понимаешь, мама. Очень некрасивыми словами. Естественно, люди... Ну и там было же много всяких намеков. Ну, неприятно было. Много ситуаций. Все это подогревалось. Хотя вот, например, я просто даже не знаю, ни один адекватный умный человек не допустит мысли о том, что я прибухиваю. У меня был период, когда я вообще не употребляла алкоголь, потому что у меня были проблемы по здоровью, гормоны я пила. Мне нельзя было это делать категорически. Потом у меня есть периоды, когда я вообще не хочу пить. Я не хочу, я работаю, я устаю. Я прихожу, смотрю две серии сериальчика любимого в «Секс в большом городе». Я тоже его люблю. Мы тебе подкинем еще несколько, чтобы... А я первый раз его смотрю. А я тоже очень поздно посмотрела. Когда все пересмотрели, я понимаю, да, я вообще в хвосте была. Мне кажется, завершаю этот поезд. Ты после меня примерно. Я только начала. Я на четвертом сезоне. Везет ей. Да, я так сейчас растягиваю удовольствие. Знаешь, когда сейчас, например, я подготавливаюсь к Рокусу, и, конечно, я сейчас и на режиме, конечно, мне хочется тоже и пельмешек, но я сейчас стараюсь, да, потому что это лицо, это сон, стараюсь все-таки за собой следить. Но, ребят, у меня нет никаких проблем. Монолог в камеру. У меня нет. Ребят. У меня есть проблемы. Но точно не шампанским, а с коньяком, Свет, я его даже ни разу не пробовала, ты понимаешь? А они тебя с коньяком привязали? И коньяк там был, и что только там не было. Это же сейчас... Господи, кошмар. Мы нарежем так. У меня проблемы, коньяк там был. Ребят, что там только не было. Сама фраза «Бузова бухает». Ну, это про меня все говорят. И вот сейчас начали говорить только в прошлом году. Ну, например, весь 2020 год я по 10 часов на льду тренировалась. Ну, невозможно. Вот это невозможно. Нет, вообще тот ритм, при этом, который у тебя... Бухая причем тренировалась, да. Это не хейт, это буллинг. Когда ты уже взрослого,
осознанного человека, который свою жизнь выстраивает, который он уже доказал свою жизнь, да, что он, в общем-то, продолжает выстраивать свою жизнь, который ответственно, который никогда, даже если я на столах танцевал до 3 часов утра, а кто не танцевал? Ну, знаешь, как Денис Симачев написал, он сказал: девушки, если на вас нет синяков и ссадин, чем вы занимаетесь? Действительно, вообще. Ну, как бы так, я не буквально цитирую, нет, на столах все танцуют. На стол, а у меня синяки от пилона. Ну, потому что сегодня... Так его зовут Телон? Его зовут Телон? Так, теперь его зовут так. Давай, я придумала, их будем пока всех называть вот так. Пилоном. Да, а дальше, когда ты уже определишься, тогда мы его и назовем. Его назовем, да, Пилон. Ну, он реально конченый пилон. Прости. Ну что сказать? А по нему видно. Чаще всего люди говорят о своих страхах. Ну, кстати, 90%. Да. Кстати, да. 10%, допустим, за тебя переживают. Ну, ты звезда, еще раз я тебе повторяю. Ты должна вокруг себя вот эти вихри эмоций. Тебя же не могут просто любить бесконечно. Тобой невозможно бесконечно восхищаться. Тогда они будут говорить: ой, не, возможно. Почему? Вот почему, давай, почему. Почему невозможно? Да, у меня тоже, кстати, вопрос, почему? Почему? А я не знаю. А вот так устроен человеческий. Так устроен, да, человеческий. Человек, да, мир. Человек, вот, мир, да, невозможно. Я очень давно хотела с тобой сделать программу. Угу. Сережа говорил, а я вообще не знаю Бузову. А это, а что он делает-то? Вот не по-снобски, он искренне не знает. Да, что он, да, делает, что он делает. И я предполагаю, что он до сих пор не знает, что ты делаешь, но я вижу, как Сереже ты нравишься. Это вот самое крутое, ты понимаешь? Ты настоящий человек, ты живая. А сказала вот с первого мгновения нашего знакомства, что ты настоящая. Да, вот, я как, настоящая. Да, ты настоящая, и в этом твоя сила. Ты настоящая, живая, красивая девушка. Адекватные люди не поверят в то, что человек, как я, обладает какими-то проблемами. Но это же имидж. Да, я понимаю, это важно. А для меня, как для артиста, как для человека, который работает на телевидении, у которого огромное количество проектов, для меня мой имидж, очень важен. Да. И люди должны быть уверены в том, что, которые, например, со мной еще не работали, они должны быть уверены в стабильности. Да, в стабильности. Естественно, когда они начинают уже со мной работать, я ни разу не опаздываю там, на какие-то важные прямые эфиры или еще чего-то. Я очень пунктуальна, я очень ценю время других. И кто со мной уже работает и знает, тот какие-то слухи, не только про винишко или там еще про алкоголь, вообще любые слухи, они пропускают через себя, потому что они знают, вот она Оля, я у нее спрошу, правда это или неправда. А другие люди, к сожалению, верят в это. И я сама же попала, получается, в эти сети, которые для меня расставили мои на тот момент ненавистники. Сама в них попала. Ну, на тот момент они были близкие люди, скорее всего. Ну, да. А потом они проявили себя не очень хорошо. Получается, что я реально повелась на эту фигню первый раз. То есть обычно я вообще не реагирую никогда ни на что. Чтобы ты понимала, я держу бокал шампанского на мероприятии, я просто держу бокал шампанского. Я его не пью, потому не что... Не мой даже. Причем я его даже не держу, меня даже не прилагают уже. Да вот я его просто держу. Ага, понятно. Вот уже началось в прошлом году вот такая история. Даже не знаю, что тебе сказать. Выпей шампанского. Да. Может, выпьешь шампанского? Беляночка и Чернявочка. Да? А кто из нас Беляночка? А кто из нас Беляночка и Чернявочка? Ты уже тут слева почерней сидит. Так она стала Чернявочкой. А ты знаешь, она была брюнеткой. Она была брюнеткой, красилась черным. У меня есть портрет в студии висит. А я что, я плейбой снимал? Я тоже. 5 раз. Я 1 раз. У меня даже обложки ни одной нет. Я просто снялась плейбой. Без обложки? Без, но это было, знаешь... Обложка американского... Нет, это был американский плейбой. Ой, круто. Это не было вообще никакого плейбоя в России. И приехал американский плейбой. Один мужчина плейбой американский. И меня снял на обложку. Так и сказал, я американский плейбой. Антон. И ковбой. Ну, мне было мало, там, лет 18, то не было, не было вообще никакого глянца в России, как сейчас примерно, но еще хуже.
кстати. Ты уже это пережила. Я уже, да, я как бы, кажется, дважды в одну реку не войти, но можно. Можно, можно, можно. И была такая девушка, Света Викерс, она была, кстати, в тот момент, она дружила с Петей Мамоновым, это была очень такая богемная тусовка в Москве, у нее квартира была на Каретный ряд в Москве, где Высоцкого, рядом квартира была. И мы там собирались, и приехал такой фотограф Саша Бородулин из Америки, ну, у него русские какие-то корни. И он собирал, делал для американского плейбоя фотосессию. Я с ним просто дружила со всеми. И я помогла найти ему модели. Это же такой Советский Союз фактически. Да, да, да. И там снимались самые красивые. В какой-то момент мы поехали в Сочи, кстати. И они говорят, да, снимись ты. Я говорю, ну, то есть я даже это не рассматривала для себя, потому что они здесь на Красной площади в голые снимались, с какими-то медведями снимались. А я такая говорю... Ну, я как бы не очень готова. А тогда все топлис загорали. Это как бы такая была фишка. Все просто загорали топлис. Я говорю, ну, я вот могу вот в бассейне сняться топлис. И правда, сделали офигенную фотографию. Да, но самое смешное. Жена на заставке стоит. Да, из плейбоя. Милые, такие котики. Котики. Это как Юна. Ты еще с Юной не знаком, с нашей дочкой. Это вообще, она как это... Милашка. Милашки вообще. И вообще, ты представляешь? Когда вот камеры выключились, они друг другу сказать, что они друг друга любят. Ну, так никому не говори, пожалуйста. Ой, они друг друга ненавидят вообще. Ну, это тоже неправда. Они просто мы не такие, не знаешь, знакомы. Не зна... Да, вот это вырежете. А вы это вырежете? Ну, не факт. А вы зачем? Ну, короче говоря, мой папа привез этот плейбой. У меня не было, конечно, обложки, потому что там была какая-то другая девушка-американка на обложке, но там был такой, типа, лучшей девушке за год плейбой всего мира. И я от России, вот этот самый скромный с попсиколы, меня выбрали. И я об этом не знала. И папа привозит этот плейбой с гордостью кладет мне его. Вот такая история. Они мной гордились, кстати. И выпорол. Ничего не выпорол. На самом деле у меня удивительные родители, и я за это очень им признательна, то, что они такие свободные, очень продвинутые, у них никогда не было момента осуждения. И такие же остаются. А твои какие? Сначала не были такими продвинутыми. А сейчас? А сейчас уже поняли, что это мой путь. То есть они меня принимают. Угу. Ты же видела там, периодически, какие у меня выходы всякие разные, да. Эффектные, бывают провокационные. Но я артист, я живу в этом. Я получаю удовольствие реально, хочу удивлять аудиторию свою. Мне нравится это все. Я не могу просто выйти просто так. Зачем? Зачем делать что-то просто так, если можно сделать офигенно? Да, согласна. Поэтому, например, недавний мой выход... В черном длинном платье я была. Ну да, на жаре. На жаре, с акцентами. Да, с сердечками. С акцентами. Ты называешь это акцентами? Мама, акценты. Ну, расставила акценты просто. Мама написала, какое у тебя было вчера эффектное платье. Видно было, что ты немножко стеснялась. Родители мои уважают мой сейчас выбор, и я надеюсь, что гордятся мной. Вообще надеюсь. Но в любом случае разные же ситуации в жизни происходят. Нет, это же не про ситуацию. Они же знают, что ты мегазвезда. Да, ты конечно. Ты одна из главных звезд России. Ну, например, папа мой вот так вот плейбой с гордостью не приносил мне на стол. И, возможно, если бы я спросила у папы, просто я не спрашивала у папы. Я с 18 лет вообще ничего не спрашиваю у родителей. Когда я уж уехала в Москву в 18 лет, я всегда принимаю решения самостоятельно. Но единственное, спасибо маме, она настояла, чтобы я все-таки закончила СПбГУ. Угу. И спасибо огромное, что я была еще послушной дочкой, потому что для меня было важно. И сейчас я понимаю, как это важно, что у меня есть образование. Потому что мои дети тоже будут учиться и тоже будут заканчивать получать высшее. Это очень важно. Я не думаю, что если бы я спросила папы, папа, ты не против, что я голая снимаюсь? Я не думаю, что он был бы в восторге. Угу. Ну, то есть, поэтому я говорю, надеюсь, что да. То есть, понимаешь, понятно, что я их любимая дочка, я их люблю. Я их гордость, да. Конечно. Мама это постоянно говорит, как она мной восхищается, как она восхищается моей стойкости, как она в шоке от того, что я до сих пор остаюсь таким светлым человеком. Она все это видит. Она это видит все во мне. Но при этом я сказал, надеюсь, потому что, возможно, не все мои поступки или события, или мои решения нравятся им. Угу. И это нормально.
Потому что у меня оба родители личности. Мама так вообще у меня вот такая вот. Поэтому родители на сегодняшний момент меня принимают, принимают мой выбор, безусловно, и благодарны мне за все, и гордятся мной. Но маме может не понравиться моя песня. Это абсолютно нормально. И она может сказать. И она мне говорит, мне не понравилось. Или, или наоборот, ей может что-то понравиться. Например, спектакль «Мужчина распад», она готова смотреть бесконечное количество раз. У нас честные взрослые отношения, вот так можно это сказать. Круто. Это очень круто, потому что я вот что-что, но от родителей я не хочу лести и вранья. И вообще мои друзья, настоящие друзья, они мне всегда скажут правду. И мне это нравится. Недавно был такой прикол, я так смеялась вообще. У меня есть близкие девчонки, там один мальчик меня пригласил на ужин. Я спрашиваю, говорю, слушайте, а я не на... Ну, девчонка, mm-hmm. девчонка, у нас чат общий. Mm-hmm. У девчонок бывает общий чат. Ой, лучше вам этого не знать. Лучше вам туда не... Нет, туда не надо, нельзя. Там вообще там такая путаница. Это, ссылочку. Да, понял, про что я хотела рассказать? Я девчонкам в группу, я говорю, слушайте, меня там на ужин пригласили. Ну, не то, что не на свидание, на ужин. Ну, да. Ну, в страну, мало ли, вдруг это... Да. А как пойдет? Никому не звят. Да, ты не можешь это распланировать. Балчик. Вот мы здесь. Вот мы здесь. И я у них спрашиваю, говорю, девчонки, слушайте, я вот, смотрите, вот я вот так одета, у меня чистая голова, все, вымыто, но я не накрашена. Нормально же? И тут мои подруги, мои лучшие, какой нормально, быстро езжай, вправь, краси или... А хвост, красные губы, что, у тебя красная помада есть? Я говорю, то есть в следующий раз, пожалуйста, не говорите мне, что я красивая, не накрашена. Но это же и есть дружба. Мне нравятся такие отношения. Когда честно девчонки говорят, нет, Толь, ну нет. Ты, конечно, прекрасно. Да, конечно, прекрасно. На первая встреча, да. за ужин иди, да. Ну, конечно, хотя бы красные губы, реснички, хвостик, что-то более-менее. Я вот за такие отношения. За такие отношения с родителями, за такие отношения в команде, за такие отношения с друзьями. Мне не надо лапши на уши вешать. Я тем более все про себя знаю. Знаешь, какая умная девушка, понимаешь? Она все знает, но при этом ничего о себе не знает. И в этом вся милота. Реально. Да, но это круто. Я же вижу, ты знаешь, как это... Ну, я такая же. Да? Я вроде все знаю, но а потом бесконечно ничего не знаю. Да, я тоже вроде все понимаю. Да. А ты расскажи, что ты хочешь. А, кстати, сейчас мысли материальные. Вот. Сейчас какой-то ретроградный, Меркурий. Он бесконечно. Так, я могу сказать, что я хочу. Так. Я хочу, чтобы наша программа с Олей Бузовой, которая для меня вообще открылась, раскрылась как удивительный человек, для меня, наверное, самое важное, чтобы мой зритель увидел ее такими глазами, каким вижу ее я. И чтобы у нас были какие-то бесконечные просмотры, чтобы люди влюбились, которые были, ну, возможно, и до этого заинтересованы в герое, но просто увидели ее, вот как я ее вижу. И а думаешь, предастся это? Я думаю, да. Знаешь, у нас всегда как-то получается передать вот это. Да. Это вот у тебя это от себя тоже. Ну, это от нас. Это все равно. А как это? Это химия, она, знаешь, как у меня были программы, когда ты вот встречаешь человека, он симпатичен, все, а химоза нет. Это же вот как бы или есть, или нет. Да. Так что вот я не буду загадывать сейчас какие-то, я отдам Ольге вот эти загадания ее. А вот хочу, чтобы были большие просмотры, чтобы люди полюбили Олю, то, что наша программа... На самом деле мы первую программу пишем «Света вокруг света» после «Новой жизни». «Новой жизни». Да, ты первая моя героиня. Спасибо тебе большое. На самом деле это очень приятно, такое пожелание. Я извиняюсь перед вашей аудиторией. Возможно, наш разговор какой-то каламбурный получился, отлично. Потому что у нас вот просто... Так получилось. Так получилось. И это невозможно не сыграть, невозможно не прописать, невозможно в сценарии. У меня тоже столько было каких-то мыслей, я что-то думала толкнуть умного, я не знаю, может... Слава богу, не стали мы это делать, я тоже ничего, я ушла от сценария. И на самом деле, правда, хочется, чтобы эту атмосферу, которую мы испытали, чтобы этот зритель почувствовал, просто очень хочется... Много всего сказать, рассказать, донести. Поэтому с темы на тему. А ты загадывай от сумки. Сумка Hermès. Биркин. Хочу. Да. Hermès и Биркин, это же разное. Hermès это фирма, а Биркин это форма сумки. Ну, еще Келли. Ну, Келли тоже хорош. Он просто несколько сумок Hermès. Несколько.
Конечно. Хотя бы одну. Господи, нет. Опять хотя бы. Несколько. Несколько. А много надо? Можно. А я причем так говорю, как будто у меня все, как будто от того, что я загадаю, все исполнится. Она еще сомневается. Боже мой. Я хочу в этом году, реально для меня это важно, показать свое шоу. Даже важнее, чем квартира с видом на Кремль, потому что это моя жизнь, это мое творчество. Я очень хочу наконец-таки встречаться со своей аудиторией. Я безумно скучаю. И я очень хочу в этом году встретить ту самую настоящую любовь, о которой пишут в книгах, чтобы я полюбила и меня полюбили. И с этой энергетикой, с этой силой все мои мечты, все мои желания обязательно исполнятся. Потому что список моих хотелок, он велик. Я хочу и маме купить дом, я хочу себе дом купить. Но я не хочу сейчас покупать дом, потому что я хочу покупать дом в семью. Квартиру я себе купила сама. Офигенно, я так собой горжусь. Ремонт доделываю. Я могу сейчас мечтать, запланировать о доме. Я думаю над тем, ну, что дом бы мне тоже не помешал. Небольшой, хотя бы 300 квадратов. Нормально. Так, да, я тоже 300, понимаешь, кстати, 300, чтобы просто вот за город приехать, и у тебя вот верандочка, так немножко вот... Мало ли какая ситуация в мире, чтобы у тебя, да, был свой, согласна, дом. Но я хочу дом с мужчиной, с семья, собаки. Так, мужчина. Мужчина. Вы где? Ёпарасоте. Ёпарасоте. Мужчина. Где? Нормально есть вообще? Они есть. Они есть. 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 Хочешь детей? Очень. Так и скажи. Давай. Так я не просто их хочу, как чтобы для галочки. Ты хочешь, я хочу семье. К семье. Хочется, чтобы, да, у всех, а, все было, а, хорошо, знаешь, и здорово. У меня есть предложение. Так. Через год. Мы встречаемся вот здесь в этой же спальне. И подведем итоги того, что произошло. Я так люблю свой город, в котором я живу, в котором я родилась, в котором я планирую жить и дальше. Я обожаю путешествовать. Я люблю путешествовать по всему миру. Много где я была, но много где я еще не успела побывать. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я люблю свои работы, я люблю свои проекты, я люблю своих друзей, свою семью. И все, что мне жизнь дает, я вообще счастливчик. Меня очень мало окружает вещей, которые мне не нравятся. Это круто. Это круто. Это круто, да. И я хочу, чтобы все-таки тот мир, к которому мы привыкли, это непростой мир, но он понятный мне. Я хочу, чтобы он все-таки вернулся к нам. И мы все были абсолютно счастливы. Я это сейчас говорю с видом на мое любимое место. Я обожаю Кремль, кстати. Я очень люблю. Это так, я красиво. Да. Я, да. Я, а Петербург. Ну, в Питере я родилась. А Рим. А Лондон, а Париж, а Нью-Йорк. Ох, да, да, мир прекрасен. Я просто надеюсь, что через год какое-то произойдет, назовем это чудом. Чудо. Потому что этим миром должна править любовь. Только. Только любовь. Только.